Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Есть несколько способов борьбы с такими нерадивыми автовладельцами. Самым действенным будет судебный порядок, но для этого истцу необходимо знать данные собственника автомобиля и потом потратить немало времени и нервов на судебные тяжбы. Я бы рекомендовала жителям для защиты своих прав воспользоваться административным порядком, обратиться с письменным заявлением сразу в несколько инстанций: в управляющую компанию, администрацию города, полицию и прокуратуру. Игнорирование либо непринятие должных мер по такому заявлению является поводом для обращения в областную прокуратуру и в адрес губернатора региона. В современных реалиях хранение разукомплектованного транспортного средства на территории жилых домов грубо нарушает права граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, а также нарушает требования безопасности. Такой автомобиль может быть использован в целях совершения преступлений террористической направленности, сокрытия преступлений, а также в иных противоправных целях.